Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dark Souls, чуть не сказал Звездные войны. В последней серии мы пришли в глубины, ну, собственно, тут мы и находимся, в канализации, и нам нужно идти в Blight Town. В последней серии нас достаточно неплохо там под конец разобрали, но там я уже просто сам поторопился, думаю, была не была, спрыгнул, думаю, допрыгну, не допрыгну, но не учел, что этим персонажем прыгать я не умею, он очень медленный. Короче говоря, нужно двигаться сейчас сюда. Там самая большая проблема в том, что могут отравить. И в этом, поверьте, ничего хорошего нет. Я между сериями, конечно, взял маленький лечилок. Но я не помню, какая из них, кстати говоря, лечит от токсина. Только вот это, по-моему. А их у меня одна штука. А там стреляют именно токсином. Это такая разновидность яда, самая злая. На их дротиках. Так что это все может быть довольно печально. Не знаю, сейчас посмотрим. Это все-таки Dark Souls. Боль же должна быть, верно? Многие говорили насчет скеметара, который на кладбище скелетов. Я подумаю над тем, чтобы его взять. Но сейчас меня полуторный меч, в принципе, всем устраивает. Нужно будет еще стамину прокачать в ближайшие разы. И давайте двигаться. Между этой серией и предыдущей прошло... порядка недели. Ну, то есть я не записывал. Так, и тут мои души. Поэтому я маленько подзабыл опять все. Ну, неделя, не неделя, конечно. Где-то, наверное, денька 4-5. Так. Поэтому сейчас нужно будет опять привыкать к этому персонажу. Только я к нему привык. И меня быстренько отучили от него. Тут самое главное, чтобы он тебя не скинул. И, кстати говоря, свидание. Кстати говоря, вот тут вот именно таким персонажем гораздо легче воевать, потому что, как вы помните, там все на воротах было, и здесь просто относило ударами, то есть куда-нибудь ты улетал. А как в блоке стоишь, когда блок если держит, это совсем другое дело. Так, сломаем это, чтобы не мешалось. Добрый день. Я даже не помню, какой босс у нас тут. Кто-нибудь помнит, нет? В Blight Town. А, Квилак же. Квилак — это геморрой, особенно медленным персонажем. Это один из сложных боссов. По-настоящему сложных. Ну давай уже, ну. Сколько я помню, парился с этими здоровяками, а сейчас уже как-то элементарно проходится. Так, сейчас дротики полетят. А, нет, сейчас ты еще сначала. У меня что, один болт остался? Ну да, отлично. Надо было как-то перед этой серией подготовиться, что ли, я не знаю. Хотя нет. Да, улетел. И вот теперь, как он будет до меня добираться, я не знаю. А, он умер? То есть убился с такого расстояния. Так, короче говоря, дружок. Сейчас самое главное не поймать эту. Нужно их вытягивать лучше по одному сюда. Не поймать арбалетную стрелу. Так, вот один идет. Ну, давай. Да. Сюда нужно подкачаться еще все-таки. Когда он вот так вот делает, отходите назад, потому что он будет на вас кидаться и пытаться укусить. Ничего хорошего из этого не выйдет. Так, где тут сейчас полетят? Самую большую опасность представляют не враги, а именно... именно эти дротики. Вот сейчас кинется опять. Вон, видите? Тихо, тихо, дружок. Неприятные противники, несмотря на то, что кажутся простыми. Это не так. Так, ладно, аккуратно продвигаемся. Где он там, я не помню. Откуда полетит? В
Он отсюда, по идее, должно, но что-то в этот раз нет. Так, он ходит, заметил меня. Ну, давай. Смотри, живой еще. Два сильных удара выдерживает. Это, по-моему, плохо. Блин, надо будет все-таки Цвейхандер взять. Ну, то есть тут он просто двуручный меч, незамысловато переведен. Но, по сути, это немецкий как раз Цвейхандер. Так, там еще один. А где же здесь стравляльщик, который был? А вон он вниз спустился. Ну ладно, нашим легче. Я не горю желанием с ним воевать. Так, там еще кто-то есть, а тут я в прошлый раз погиб. О, два сразу, плохо, плохо. Не то чтобы я не мог с ними справиться, но... Не люблю случайности. Так, нормально. Смотри, какой подвижный. Да не рычи ты. Хорошо, аккуратно, спокойно проводим зачистку. Тут, кстати, костюм ниндзя где-то лежит. Но нам бы сначала добраться до бонфайра, который вон там. Для этого нам, по-моему, вот сюда нужно идти, по этим подвижным мостикам. С ними будьте осторожны. Потому что они не отслеживают вашу позицию. То есть может оказаться так, что когда он переместится на другую позицию, вы будете... то есть в воздух упадете. Это сложно объяснить, но я вам продемонстрирую чуть попозже. Еще есть, нет? Вот это замануха. Ее возьмете, упадете. Но взять ее по-любому нужно, поэтому чуть попозже просто. Так, что у нас? Вон там я погиб. Самое главное в Блайдтауне, это особенно если ты в первый раз, не торопиться. Бей-прыжок. Я в прошлый раз уже сделал бей-прыжок. Не долетел. Там много всего вкусного, и в принципе нам туда по-любому нужно. И вот сейчас вот, взяв тут замануху, мы как раз туда и попадем. Но я это сделаю чуть попозже. Сначала я зажгу бонфайр. Чтобы потом, если вдруг какая-нибудь случайность, я не бежал сюда по новой. Всегда рискуйте, только если бонфайр поблизости. Так, что тут? А, ну да, собственно, все нормально. Костюм ниндзя. Так, а что тут, я уже не помню. А тут, собственно, ничего. Вообще ничего. Так, я даже не помню, как мне сейчас нормально вернуться, то есть безопасно. Вот опять вот я рискнул, и оно того явно не стоило. Чем мне этот костюм? Я его все равно использовать не могу. Ладно, сейчас разберемся. Только, ребят, не траваните меня. Так, понял. Я совершенно не помню эту локацию. Ну как совершенно не помню? Помню, но не помню, где-то что хорошее лежит. Хорошо. Кто идет? Где? Судя по звукам, откуда-то оттуда. Тогда мы сюда пойдем. Ой, огненные собаки, только не вы. Кого только нет, а? Так, и как они ко мне будут подходить? Ага, они внизу. Ну хорошо, ладно. Блин, я это все зря затеял, надо было сначала до бонфайра добраться. Тут именно лучше перестраховаться.
Так, ну чё? О, одна упала, хорошо. Как бы мне не упасть вслед за ней сейчас. Вот здесь, по идее, расстояние не такое большое. Тихо. Ты обошел. Камера, спасибо. Так, ладно. Постараться не упасть вот тут вот. Риск. Но небольшой. Вот и ты, дорогой. Как непривычно, что Blight Town не тормозит. Так, возожгли костер. Сбросили все, а там к нам уже бабайка бежал. Так, возжечь. А, ну да, сначала обратить опустошение. Хорошо, теперь поднять уровень, выносливость. Что-то выносливость, а то я вообще не качаю. 6 тысяч нужно. Сейчас наберем, говно вопрос. Так, в итоге у нас 6... 160. А нам нужно... Блин, забыл, что нам чуть побольше нужно. А у нас и нету сейчас, да? Так, давай. Хорошо. Так, и теперь можно начинать уже исследовать все. Сейчас нам нужно будет вернуться назад. Попытаться взять вон ту блестяшку наверху. Тут внизу еще, по-моему, что-то есть хорошее. Потихоньку, короче говоря, будем зачищать эту местность. Я ее одновременно люблю и ненавижу, потому что она... Она не такая сложная, но, блин, она именно неудобна. Так, лезет. Хорошо. Оп, пардон. Нехорошее место для драки. Спокойно, девочки. Да сдохнет уже, но. Прыгать не надо. Кстати говоря, какой у меня уже уровень-то? Второй уровень уже, офигеть. Быстро расту. Оружие до сих пор не прокачано, как и броня. Это потому, что я их менять буду. На что-то более эдакое. Скажем, на броню Хавела. Ох, будь здоров, спасибо. Forever alone. Так, хорошо. Кстати говоря, вот это вот все внизу, это не декорации. О, FPS проседает. Blight Town, Blight Town. Только посмотрел вниз, и сразу стало плохо. Как раз потому, наверное, FPS и проседает, что это внизу не декорация, а действительное место, куда можно пойти. Так, зачем я вообще сюда иду сейчас? Так, вот видите, я о чем вам хотел как раз сказать. Когда она перемещается, вы даже будучи, то есть, стоящим на ней, можете оказаться в воздухе, потому что она не отслеживает, где вы находитесь. Временами. То есть вы стоите, а у вас из-под ног уходит этот пол. Вот видите? Тут нужно быть очень осторожным. То есть просто медленно идти не получится. Придется еще корректировать свое движение под них. Я сам сколько раз на этом ловился. Так, а что сюда приперся? Где собаки? Вот там сверху мы посыпемся, если что. Тут внизу я блестяшку видел, но как ее взять, не помню. А, вот, блин. Прям-таки скример. Они не так опасны, но они умеют жечь огнем. Если у вас сопротивление маленькое этому делу, то вы попали. Как у меня, например.
Если начнут дуть, то все. Человечность, хорошо. Что-то темные фантомы не лезут, да? Хотя сейчас против персонажа, хорошо разбирающегося моего уровня, не уверен, что смогу что-то противопоставить, потому что у него наверняка, если он под PvP хочет, будет оружие заточено по-нормальному. На 32 уровне уже можно, то есть, все это проделать. А у меня все галопом по Европам. Короче, возвращаемся назад. Не знаю, если придет темный фантом сейчас, то... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот как раз про то, что я и говорю. Бегать здесь определенно не стоит. Так, хорошо, ладно, пришли. Что дальше? Сейчас нам нужно поднять уровень. Там 6800 или... Сколько там нужно было? 6700, понятно. А, нет, это мои души. А стоимость поднять уровень, я не помню. 6800, по-моему. Так, сейчас нам нужно вернуться назад. Отсюда мы не сможем это сделать. Чисто вот из-за этого там кольцо, по-моему, какое-то хорошее. Упс. Нет, можем. Выносливость. Пока что не очень хватает этого. Призывать мы никого не будем, нам никто не нужен. Хотя можно было для разнообразия, но сейчас, как вы понимаете, я иду назад, поэтому смысла-то его с собой таскать успеется. Так, и вот дорога назад, собственно, канализация. Вот это приколюха. О, кто-то погиб. О, еще кто-то погиб. Кто-то меня заметил при этом. Ой, только не падай. Да уйди ты, ну. Ну, ладно. Вот и все. А один не умер, да, похоже? Так, один ударился о пол. Видите, как далеко падать там? А второй меня внизу ждет. Так, душу. В принципе, наверное, вниз туда ходить не будем, потому что мы там только что были. Я вам показывал, что я туда упаду. Я просто думал, что ее по-другому не взять, эту душу. Раз взял, так взял. Так, ладно. Пошли наверх. У нас много друзей. И там, кстати говоря, сейчас будет, наверное, этот стреляющий ядом паренек. В прошлый раз его не было. Так, давай сюда. Ой, тихо, тихо, дружок. Все-таки щитом тут вернее, конечно. Вот именно на этой локации. В морду мне заехал, скотина. Так, что вы там постреливаете? Нет, господа? Это вроде нету, он вот тут стоять должен был. Так, сейчас я могу погибнуть. Потому что я все не могу приучиться именно к методе прыжков. Ну, как вам сказать? Я прыгнул. Так, ребята, пока вы застряли. Это, конечно, эпик фейл. Так, ну что ж, повторим. Монстры уже убиты, так что я думаю, мы быстро сейчас сюда прибежим. Ну давай, ну. Короче, блин, еще прицелиться туда нужно. Да что ж такое? Но мы все равно опережаем график. Просто по-страшному. Несемся с бешеной скоростью по локациям.
Но сейчас маленько подзастряли на Blight Town, конечно. Не буду отрицать. Так, это я не туда пришел? Или туда? Нет, не туда. А, ну да. Туплю, как и обычно. Нужно же по лестнице сначала подняться. О, кто-то еще убился. Хорошо. Да откуда ты тут? Твою мать. Так, ладно. Похоже, оттуда меня заметил откуда-то. Так, нам нужно вот так вот как-то полететь. Мне кажется, я вообще с таким весом туда не долечу. Или это не зависит? Долетел. С трудом, конечно. Ой, я из-за яйца это делал, что ли? Ой. Это же на Dex. Да, это на Dexterity, он параметр B, бонус параметр. Не наше оружие совершенно, это для Dex билда. Ну ладно, по крайней мере, теперь мы можем спокойно двинуться дальше. Так, хорошо. Восполнили запасы Estus Flask. И начинаем аккуратненько продвигаться вперед. А то мы тут уже застряли минут на 5. Это непорядок. Так, собачки, аккуратно. Тихо, тихо, тихо. Кто-то идет там сзади, что ли, мне показалось? Вроде не должен. Так, потихоньку, что-то там совсем кошмар какой-то. О, ребятки. Ой, плохо, 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 все. Все плохо. Пуси. Да, вот сейчас только... Фантома не хватало какого-нибудь. Костер потух, как видите. Это значит, что кто-то пытается проникнуть в наш мир. А нет, ну то есть это значило, что враги поблизости. Так, Саяджин. Получится тебя призвать, нет? Вместе, я думаю, пойдем. Нам, конечно, никто не нужен, но охота донизу быстрее добраться. Посмотрим. Но приди уже, явись. Да капец. Да, похоже, призыв не удался. Ладно, потихоньку. Я не помню, чтобы там сверху кто-то спускался. Ладно, будем знать. Так, а это мы не взяли. Ой, там этим стреляют. Аккуратно. Да, призыв не удался. Так, давайте маленько отступим, потому что нас обстреливают. Потом с ними разберемся. Давайте, ребятки. Раз. Ладно. Нехорошая ситуация, когда тебя постреливают во время битвы, как вы знаете. Нам это Gaping Dragon недавно показал. Так, и вот тут вот у нас, вон, видите, там что-то светится. Это, по-моему, очень хороший щит, если я не ошибаюсь. А вон там внизу бабайка.
Так, как тут? Я уж и не помню. Тихо. А, это, похоже, пониже надо спуститься. Давайте сначала разберемся с этим любителем пострелять. Только как к нему добраться? Ну, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, камера. Очень часто умираешь из-за камеры еще. Тоже приятно. Кто-нибудь видит, где они вообще? Я только рык слышу. А их самих. Ой, блин, а. Короче, давайте как-нибудь потихоньку. Вторжение темной души, ну вот еще не хватало. Так, а как я сюда попадаю? Темный фантом, то, что нам нужно, да? Он нас сейчас просто вынесет, у нас оружие не прокачанное. Надо как-то время выделить именно под прокачку этого всего. Где же ты, сволочь? Не самое подходящее место для всего этого. Должен я... Твою мать. Да, Блайттаун, я скучал по тебе. Видели, я... это был чистый прыжок. Блин, ну в последний момент он зацепился за стену. Да что ж такое? По крайней мере, не встретим темного фантома. Блин, я не совсем ориентируюсь здесь. Я все забыл. Там внизу здоровый орет. Ага. Это тот первый, который меня траванул. Они совсем слабенькие. Так, ну тут больше ничего нет. Мы просто обезопасили себя сверху. Или что-то есть. Смотря, что-то есть, похоже. Ой-ой-ой-ой. Чуть не упал. Он уже падать начал. Офигеть. Я забыл про этот колодец. Ну, то есть я помнил, что мы понизу если пойдем, то попадем в него. А что тут проход не весь? Чуть не упал, бляха-муха. Так. Они что-то в последнее время какие-то... Вроде и лезут, а вроде и не лезут. Не поймешь. Давайте его тут встретим. Тут как-то более ровно. Так, ну хорошо. Что это нам дает? Мы же все равно сейчас попадем к той здоровенной твари, нет? Ну да, вроде как. А я тут ни разу не был, по-моему, нет? В своем первом прохождении. Я, по-моему, даже не замечал это место. Это слишком темно. Так, а ты назад бить можешь? Так, там меня не задевают эти своими отравляющими дротиками. Я не совсем пойму, отнимается ли жизнь у нее. О! Эта тварь меня определенно раздражает. Надо к ней вернуться и за все отомстить ей. Так, хорошо. Где она? Нужно увидеть сначала. Пиромантия, это не мое. Ненавижу всякую магию. Ну туда как-то попасть нужно, но я не помню как. Или это там где-то дальше. Я помню, что здесь где-то у одной из колонн есть секретик. По-моему, даже по низу нужно пойти. Так, здесь здоровячок, если он не помер, если это сейчас не за него нам очки дали. Он мог просто сагриться и улететь хрен знает куда.
Но нет, стоит. Еще как стоит. Поднимешься ко мне, нет? Так, не очень удобно тут с тобой развлекаться, дружок. Улетит? Нет, не улетит. Пойдем сюда наверх, нас берут в окружение. Так, хорошо, допустим. Первый, второй, я зажат, не могу двигаться. Ну что ж такое, а? Ну... Твою мать. Это просто Блайттаун. Это Блайттаун. Тут постоянно огромное количество глупых смертей. Я ничего с этим поделать не могу. Нашел бы щелочку в этом проходе. Вот именно в самый нужный момент. Что ж за скотство? Дуй-дуй. И ты туда же, да? Кретан. Кретанул. Так, собачка ты, давай не перебарщивай уже. О, так, ладно. На того даже не смотрим. Даже не трогаем. О, ребята, сколько у вас? Поспешишь, насмешишь, короче. Так, ладно. Давайте по-новому все по-быстрому сделаем. Мне уже, честно говоря, тут надоедать начинает. Я этот момент, вторую смерть после того глупого падения вырежу, наверное. Так, тихо. Просто потому, что там мне по телефону позвонили, из-за этого я отвлекся и пришлось геймпад отпустить. Конечно же, мои враги этим воспользовались в ту же секунду. Так, что-то я спешить начинаю. Ну давай, ну. Да что ж такое? Уйди отсюда уже. Так, я начинаю торопиться. Нужно маленько притормозить. Это, конечно, неприятно то, что я грохнулся. Но да что поделаешь. Блин, бэкстеп не вышел еще. Хорошо. И хорошо. Ладно. Так, что еще у нас? Какие сюрпризы могут быть? Нужно вспоминать. Прыгаем сюда. Как же нам туда попасть? Там же где-то что-то есть, насколько я помню. Это по-настоящему просто какие-то трущобы смерти. Ненавижу это место. Это настоящий ночной кошмар. Я помню, как я бугуртал по нему во время первого прохождения. Так, хорошо. Кто где? Так, нам, короче, понизу нужно пройти, таким образом мы, собственно, попадем к той секретке. А сейчас пока не торопиться, аккуратно, спокойно продвигаться, без нервов.
наши гордого рыцаря. И к нам уже лезут. Как я его в прошлый раз не взял? Опять поспешил. Свидание. Что еще? Есть кто? А, он, смотри, он же сзади обошел опять, похоже. Они, похоже, постоянно так делают, да? Пока один отвлекает. Ребятушки тут нам дарят непередаваемые ощущения. Так, ну хорошо. Вот мы и вернулись к тому месту, у которого зафейлились в предыдущий раз. Такая уж игра. Где я тут вообще? Как я тут умудрился упасть в эту маленькую щелочку? Ну, это же просто смешно. Так, мне нужно пойти еще ниже. Сначала мне нужно разобраться с тем здоровым гадом, иначе у нас ничего не получится. Но как с ним тут разбираться, это, конечно, кошмар просто. Нет, отнюдь. Камера. Камера, спасибо большое. Камера меня просто обожает. Давай. Не попал. Иди сюда, родной. Начинай замах. Ну ты живой, конечно. Тебе это как пощечина просто. Не шуми, не шуми. Все хорошо будет. Ну ладно, сейчас полегче уже. Там осталась пара поганок мелких. Вообще, видите, сколько кровавых пятен. Место просто полное боли. Так, нам нет, нам оттуда, похоже, придется опуститься и вон туда пройти. А сюда мы успеем еще сходить. Вот это место, оно самое сложное, на мой взгляд, в игре. Blight Town. Ну, то есть не по врагам. По врагам места посложнее есть. А вот именно по архитектуре уровня. Часто просто умираешь от того, что разработчики так хотели. Так, я опять куда-то не туда ушел, нет? Да. Я просто путаюсь, тут все похоже. Где он? А, вон он, блин, как высоко я поднялся, это долбанный подъем. Да, отвык я уже от этого места. Сколько мы тут? 4 месяца не были. И то я тут один раз прошел тогда, по-моему. Ой, комары же там будут, я ненавижу комаров. Дружок, до свидания. Живой еще, смотри. Хорошо, допустим. По-моему, сейчас у нас будет великолепный щит. Орлиный щит. Так, главное, чтобы у него стабильностью было неплохо. Так, стабильность у него похуже. Зато против молнии. Нет, стабильность в смысле у него хорошая, а вот именно физическое снижение урона у него 95%. Это не так хорошо. Но, конечно, 70 стабильность это решает. Ладно, я его возьму, пожалуй. Чем выше стабильность, тем больше ударов потребуется, чтобы выбить у вас щит из рук. То есть, когда вам бьют, у вас выносливость тратится. Чем выше стабильность, тем и тратится меньше. И такому персонажу, как мне, у которого в основном вся тактика на блокировании, это будет очень полезно. Но, конечно, 5% здоровья терять обидно. Потому что я все блокирую. Мне придется кольцо тогда взять на регенерацию, где-то оно тут лежит. Ну, не тут, а, по-моему, Зенспортерс лежит. Короче говоря, вы поняли меня. Так, на второй уровень этого колодца нам нужно сейчас спуститься через вот этих вот врагов.
Давай, бей. Шо? Так, что у нас тут есть? У нас тут, я помню, в прошлый раз пробовал прыгнуть, как меня учили, как мне советовали. Это ничем хорошим не кончилось. То есть я опять на лету за какую-то фигню зацепился. И в итоге... Вот там как раз чей-то кровавый отпечаток. В итоге мне ничего не вышло. Да и хрен с ним. Ну, короче говоря, туда, если у вас... если вы очень удачливы, то вы можете попробовать туда спрыгнуть. И что-то там есть. Именно хорошее что-то. Не просто так неплохая вещь, а именно хорошее. Но я не знаю, что. Я, честно говоря, не вижу даже свечения никакого. Да и хрен с ними. Так, мы приходим в еще более неприятное место. Здесь будут комары. Комары, они опасны тем, что они брызгают на вас кровью и заражают вас. Отравление, то есть, вам делают. Они навязчивые, и они постоянно респаунятся. То есть, их бесполезно убивать. Самые, наверное, поганые враги в игре. Ну и кроме того, здесь есть большие комары такие. Огнедышащие. Ну, это же логично. Вот они, кстати говоря. И они могут представлять серьезную опасность. Я не знаю, как у меня сейчас с ними будет. А нет, кстати говоря, вполне нормально. Так что можно жить. Так, я его сразу, то есть возьму быка за рога. Два удара и готов, понятно. Нам нужно в самый низ туда спуститься, вот по этой дорожке. И вот тогда мы попадаем, собственно, в низины этого Блайттауна. Самое тормозное место в игре на PlayStation 3. Берегись, сильный яд. Спасибо, я знаю. Ой-ой-ой. Так вот про что они говорили, токсинами тут стреляют. Ах ты сволочь, а. Я помню, когда у меня был лучник, я тебя просто убил. Но сейчас что мне делать? Если я буду принимать 5% урона. Ай, быстрей! Что ж ты так долго восстанавливаешься после всего этого? Враги-то хоть есть, нет? Цепляет помаленьку. Блин, это опасно. Сволочь. Фиолетовый мох. По крайней мере, врагов тут не было. О, это одна из моих любимых броник в игре. Одежда странника. Но она, опять же, именно на быстрых, подвижных персонажей. Тихо. Местные комары настолько суровы, что умеют пролетать сквозь пол. Ох, как я ненавижу эту местность. Так, нам сюда же. Да, сюда. Ой, неудачно я упал, не подготовившись. Летят хлопчики. Сволочь. Ах, что ж вы такие все сволочи-то, а?
Ладно, не волнуйтесь, в этой серии мы доберемся до следующего бонфайра, если все хорошо будет. Сейчас докаркаюсь, похоже. Вон, видите, они опять летят. По два комара респаунится стабильно. Так, ну вот уже и спуск. Да не на того целишься. Так, ладно, ладно, ладно. Плохое место. Ой, игра. Ты что, умерла, что ли? Ой, я подумал, она вообще зависла. Сволота. Сволота, я бы даже сказал. Так, иди сюда, родной. Что ж вас так много-то тут, а? Я теряться начинаю. Я не помню, куда нам сейчас точно нужно идти. Но я помню, что когда мы заходим... Когда мы заходим в воду, мы, во-первых, не можем бегать. А во-вторых... Блин, еще эти летают. А во-вторых, мы отравляться начинаем. Видите? Но это ничего страшного. Потому что бонфайр уже у нас. Фу. Ну что ж, это было погано. Как вы поняли, теперь я надеюсь, вы понимаете, почему я ненавижу эту локацию, да? Ну, надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. Скорее всего, мы пойдем к Квилак в ней. Посмотрим. Возможно, сходим. Тут еще есть Грид Холлоу. Я не знаю, как она называется в русской версии. Великая пустота. Пустошь, наверное. Ну, короче говоря, все, что в этой локации находится, мы, скорее всего, исследуем в ближайших паре-тройке сериях. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.